В Алматы вырубили больше 20 деревьев. На главном проспекте имени Абая жители города начали публиковать жалобы в социальных сетях и потребовали от местных властей прекратить этот процесс. Почему алматинцев лишили зеленых карагачей в самом центре города, выяснял Гафу Уали. Деревья на одном из самых длинных проспектов не только украшали город, но и спасали людей от палящего солнца. А теперь алматинцам негде укрыться в эти душные и жаркие дни. На улице почти плюс 40, и в этот зной акимат принимает решение вырубить зеленые насаждения. Это и вызвало волну возмущения у горожан. Вырубка деревьев – это очень плохо, считаю, для большого города, для такого мегаполиса. Конечно, отрицательно по такой вот широкой улице, много людей ходят, а вот под палящим солнцем. Деревья как бы создают какую-то тень, а температура ниже как бы становится за счет зелени. На северной стороне проспекта Абая вырублено 27 карагачей. В акимате Алмалинского района говорят, что они аварийные. И уверяют, что каждое решение о вырубке деревьев обсуждается с экологами, экспертами и общественностью. По проспекту Абая нами совместно с Институтом защиты зеленых насаждений и карантина, также с общественными организациями, как КЗК-патруль, с общественниками, были проведены работы по обследованию деревьев, которые уже погибали. По результатам обследования нами выявлены деревья, которые находятся в аварийном состоянии, которых необходимо надо было спилить. Деревья имеют свойство гнить. К этому приводит несколько факторов. Первый – это антропогенные свойства. Дерево перестает получать питательные вещества из почвы и начинает погибать. Плюс этому способствуют различные вредители, уничтожающие его изнутри. Такие деревья могут легко упасть от сильного ветра и привести к несчастному случаю. Но тем не менее, горожане наблюдают, как спиливают здоровые деревья с зеленой кроны и крепкой сердцевины. Видимо, под шумок, говорят активисты. Получается, как в поговорке «вместе с водой выплеснули и ребенка». Гафу Уали, Абен Нарымбаев, Сержан Жумабаев, Хабар 24, Алматы.